Так, значит, важные люди становятся вот сюда. Вы будете подпёздывать. Я буду ведущим данного шоу. Здравствуйте, Кепчук. Так, слышь, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй. Вот туда нахуй. Так. Здравствуйте, Кепчук. Здравствуйте. Сложная ситуация у нас с вами сформировалась. Я вчера выставил на обсуждение прием вас в город Вотсу-Сити. Но есть несколько вопросов, за которые после приема, даже если это все сбудется, вы будете подвержены жесткому бану, позору нахуй и удалению, самое главное, из друзей ВКонтакте. Ебуть. Так, вы готовы слушать реально? Давай. Значит, начнем с того, что при нормальном приеме вас в город вам, ну, достаточно не доверяют личности, потому что, ну, вы мега, типа, новичок. Я только вас, я знаю, все остальные вас особо не знают. И поэтому мне поставили условие, что при вашем приеме вам, ну, на какое-то время будет закрыт доступ на тестовый сервер. Вот. И схематики вам будут просто так кидать, если вы захотите их перестроить. Вы считаете это унизительным или нет? Ну, вообще попу. Так, отлично. Тогда этот вопрос мы закрыли. Следующий вопрос, самый жесткий. По серверу ходят слухи, что вы, конечно, крутой перестраиватель, один из лучших, да, таких усидчивых, но вы, уёбок, играете с... Как этим? Модом... Easy Place Mode. Easy Place Mode, yes. Угу. Оправдывайтесь. Ну, типа, что я могу сказать сейчас? Я слышу голос в улыбке. Виновен. Виновен. А что это? Если люди думают, то что Easy Place модом на СП реально, да и в принципе не только на СП, реально строить какие-то, блять, адекватные постройки на. На скине сода. Заткнись. Забанен. Забанен. Ой, простите, пожалуйста. Если люди думают, что Easy Place мода может строить какие-то, блять, адекватные постройки, где есть какой-то декор, да и в принципе любые постройки. Ну, типа, блять, извините, люди недалекого нахуй ума. Они, видимо, не понимают, как эта хуйня работает. Они, видимо, не понимают, что обработка идет, ебать, блять, с сервера, как бы, и. Ну, хуйня банально, всякая. То же самое течит, может ему как бы мешать, да? Но, ну, то есть ебаться... вы понимаете, да? Как откуда вы это вообще информацию знаете? Даже я подтверждаю, все правильно говорить. Информатик, блять. Ну вот, короче, так. Нахуя мне, блядь, ебаться, ставить какие-то неправильные блоки, потом по 400 раз, блядь, перестроить это ебучее здание, когда я руками чистил, пасом построю и все. Ну, типа. Оправдан. Для меня на 50% оправдан. Вы просто мне лично в глаза, вот прям в мои, скажите, удали меня из друзей, если я играю с Easy Place модом, ебаный. Easy Place мод присутствует в игре, но я с ним не играю. В игре Майнкрафт? Везде, у всех присутствует. А, да, и на сервере он присутствует. Не, это я знаю. Но я с ним не играю. А он у меня тоже есть, алло, в этой сборке? Он у вас тоже есть. О, да. Это Лайтматика, Кирилл, блядь. Есть у каждого. А она типа встроена, да, в Лайтматик? Да. Она вшита в Лайтматику. А, не, ну тогда все понял. Нет, вы мне так и не сказали в глаза. Удали меня из друзей, если я буду пользоваться Easy Place модом. Вот так вот, вот мне в мои фиолетовые глаза. Да, и мне в кадык. Давай, пожалуйста. Удали меня из друзей, если я буду пользоваться Easy Place модом, и я лично отдам тебе группу Сонечки под попечение. Куда? Не понял. А, блядь, да, кстати, вот этот факт я забыл. Этот факт. Повышение ставок сейчас жесткое. Нет, так из-за того, что вы играете с Easy Place модом, пострадает Сонечка. Нахуй оно мне надо, вы меня подставили. Так, вот, я все говорю, божусь, блять, не буду с Easy Place модом играть. Нахуй оно мне надо. Так. Я обожаю эту группу, блять. Ну ладно. Я хочу кинуть, пока не доказано, не тебе что сказано. В принципе, да. Вот, но там было чуть-чуть даже доказано, реально. Вроде как. Был свидетель, то, что вы один блок в воздух поставили. Это как у вас удалось? В городе Тран. Тикрейт, тикспид. Угу. Верим. А, так, и последнее, да, вопрос еще. А, вы мне обещали доказать то, что тот Хогвартс, который вы построили, не был спижен с интернета. Потому что мне даже скинули карту, нахуй, которая по второй выдаче в Гугле выдается, что это, нахуй, тот ваш Хогвартс, но вы просто в этом Хогвартсе поменяли... Как это называется? Стержни и эфрита на, сука, свечки. Поподробнее. Ебать, а кто вам такое сказал?
Конечно же. Это не важно. Google. Доверенное лицо. Я намерен, знаете, что сделать? Сейчас, извините. Я намерен зайти на вашу карту и потом скачать ту карту, которую вы якобы спиздили. Давай я поставлю себе сразу два теста, нахуй, с той картой и нашей. Че-че? Давай я сразу поставлю два теста с картой из Тебе ее скинуть, или ты ее сам найдешь, где ты ее скачивал? Вторая ссылка в гугле, блять. Не, ну я тебе скину. Никит, ты же мне кидал. Напиши мне в социальной сети в Тантукле. Ну это приёб хуйни какой-то, это правда. Так, сейчас, подождите. Ну доверенное лицо, ж помнишь, недовольно было, поэтому давай разберём. Я тоже недоволен. Бля, что там происходит? Он являлся жителем Хаузера, это что? Ну, что сказать, очевидно, Слава. Мы просто дадим ему роль подсилка. Слава и спэм. Так, сейчас, подождите. Спиздила битонг! Я забыл факт, что это жизнь. Где они, на чем? На лимузине, блядь? Нам дали 50% скидку, потому что мы с СП. Друзья. Ты сейчас ссылку будет. Так я кидал ему. Извините, смотрели видео из OCC. Не будет работать Easy Place Mod, если его на сервере нет. Никита, мне страшно, у меня в личных сообщениях ВКонтакте уже 30 минут Милян что-то печатает, блять, мне страшно, нахуй. 30, блять, минут. Удачи. Лор безликого тумана, видимо. Боже, кого видимо. Я слышу голос? Ладно. Не, Easy Place будет работать, я видел, как это там строят Easy Place, так что нет, но Easy Place строят. Так строят, конечно, нахуй. Этого долбоеба спалили, блядь, что я он видел. Спаун строил с Easy Place модом. А разве Гандон не строил с ним спаун? Так. Пап тоже с ним строился. Так, Кепуч, я вам скинул. Пожалуйста, поставьте и пригласите меня на этот сервер, собственно, и кого-нибудь одного, двух из моих людей, чтобы мы доебывались до ваших постов. Хорошо. Если окажется не спиженным, то перестраивайте, я вам покажу куда. Кирилл Баранов, а можно ему плюс балл за голос? Есть к вам прием. А ты... Да, Ванкевич, можно. Да, Кепуч. Смотри, плебка заключается в чем? Почему сейчас всплывает эта информация, и все думают, ебать, раскрыли какую-то нахуй тайну? Если мы с тобой эту хуйню обсуждали на стриме, то что основа здания бралась за референс. Не, и референсы карта... окей. Мне говорят, то что вы скачали карту и поменяли... Вообще похуй, сейчас я сам. Поменяли блоки. Посоветуй фильм, блядь, недавно какой-то. Что мне передали, там поменен немножко рельеф, поменен, да. Вот, и вот. Ну вот мы сейчас посмотрим, это референсы нахуй или нахуй. А взять кого-то кроме доебывальщиков, ну то есть, чтобы оправдали. Ну ладно, тебя, ты кто будешь? Я хороший полицейский. Подождите. Я извиняюсь, я сегодня злой, вы мне скажите, вот это что, блядь? Что, вот это? Вот это что, блядь? Вот это? Конкретно. Вот это? Вот это. Где? Ну вы его не видите, Оля. Что ли, нахуй? Это Оля. Ну, мы... да не, видим. Оля. Блоки вот ты подобрал. Отдай. Поставь блоки. Олечка, ты даем, ты плохой полицейский все. Будешь, или ты так просто на хайпе? Я вас вчера сказала, я готова принять город просто как перестраивание. Не, это да, но мы сейчас обсуждаем конкретно, спижен ли Хогвартс или не спижен. Я сказала вчера все, что хотела, или надо еще раз высказать? Ну, ты хочешь конкретно... Нет, ты хочешь быть плохим полицейским прямо сейчас. Типа пойти на карту, конечно? Можем пойти на карту, он сейчас ставит две карты, рядом будет. Я самый злой. Я скину кетчупники. Да, Кепуч, вам скидки. Да, так, Кепуч, у вас есть время, кипчика. Или вы заняты интеллектуально, рассказать вообще о себе, потому что вас мало знают. Я вот сказал Кепуч, а мне говорят, это кто нахуй? Вот, пожалуйста. Ну, давай. Свою краткую историю, биографию. Моя краткая биография. Игра началась на SP4, изначально на SP Mini. Проиграл там 4 сезона, начинал вместе с Сонечкой, как ее вице-президент, поднимали SP Mini с колен чисто. До сих пор там являюсь всех администратором дискордига, чисто делаю красоту. Решаем с Остром проблемчики по серверу. На СП чисто серый кардинал, которого зовут ебашить какие-то важные проектики, которые надо очень быстренько закончить, и чтобы это было качественно. СП видение, 4-5 сезон строил я.
На четвертом сезоне помогал строить хаб Спавн. Подожди, строил или перестраивал? Это, ну... Перестраивал хаб на четвертом сезоне, я помогал декорировать, потому что, ну, я могу чисто немножко в декор. Вот. Угу. Чисто такой эко-зоо-активист по работе с игроками, реально. Ну и помогаю чисто решать проблемчики, вот. Нормально. Можно вопрос. Ёб твою мать, блять! Я с самого начала стрима на донаты не отвечал. Ставь карту, пока. Так, господа, сейчас будем проверку на наёбщика. Ага, это два разных айпишника. Ваша карта, наша карта. На какой сначала заходим? Так, давайте сначала заходим на его карту. Угу. Значит, еще раз, да? Рассказываю. Нам показали вот непосредственно... Да, видимо, нам надо будет в Дискорд пойти. Нам показали то, что есть вот такая потрясающая постройка, которую можно построить неподалеку от Отсу-Сити, и она вот в прогрузке будет выглядеть, ну, просто шикарно. Вот, мы уже почти согласились, пока не поступила информация, то, что эта карта спижена с интернета. Тогда ее ценность, ну, все равно очень красиво, но ценность падает. Ну, прям серьезно падает, да? Потому что, ну, а, блядь, мы тогда можем просто, ну, копировать, блядь, и постоянно что-то строить. Здесь Хогвартс. Вот, я бы тут бы все-таки всяких градиентов накидал, но это я, если мы его возьмем, да, и мы, если мы согласимся, то я думаю, сюда можно будет выделить строителей, и нормально. Значит, что сказали? Есть команда slash replace или как-то так? Мне сказали, что выделили эту территорию и просто, ну, то есть скачали карту и заменили блоки на более новые. Вот, ну как бы, чтоб, допустим, тут все из камня было, да, вот из такого. А тут сделали где-то потрескавшиеся, где-то еще какие-то, вот такие вот приколы. Да, давайте в Дискорде соберемся, я могу всех пересосать. И вот этот, еще мне сказали, везде, где свечки, там, ну на тех версиях, на которых эта карта была построена, там были стержни, в том числе и вот в этом вот кабинете. Смотрите, видите, свечки летают. Сказали то, что даже вот эта вот тема. И еще мне сказали посмотреть сверху, потому что вот сверху будет выглядеть точно так же, как... Я не думаю, что это было в оригинальной карте, кстати. Сказали, точно так же будет выглядеть... как и вот, вот здесь вот выглядит. То есть, смотрите, вот, допустим, впереди поезд. Вот такие вот башенки. Ну, я потом еще поперезахожу, да? И... Как этот? Ну, вы поняли, это хуйня. Так, сейчас, секунду, я зайду в Дискорд. Друзья, я уже нашел микроприкол. А, тут стержни не поменены кое-где, я уже нашел. Ебать, они его просто так поставить не могли. Подожди, а Вонка еще хороший полицейский. О, вот, смотри, блядь, вот. Один стержень, ебать. И второй стержень. Нет, так, это, так мы же рассматриваем, что это украденная карта или не украденная, правильно? Ну, вот так. Ой-ой-ой-ой. Алло, Кепуч, ты вообще будешь оправдываться? Я посмотрел вашу карту, честно, мне стыдно за тех людей, которые искали карту. Так, ну давайте тогда зайдем на нее. Самый злой, добрый. Блядь, ну тут как будто очевидно, я вот только вышел. Дай админку, дай летать. Админ. Дай летать. А, всем опку дал. Дайте летать. Ну не. Ну не. То, что они поменяли территорию, это логично. Ну это да, 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 да. Надо сам Хогвартс найти. Где-то надо найти сам Хогвартс. Во, я почти возле него. Я нашел. Дом Хагрида вроде бы, да. Я нашел Хогвартс. Вот его. Так, вот. Мост один в один, по-моему. Блять, это надо. Я вообще думал то, что на одном сервере будет обе карты. Не-не-не, замок другой. Хотя, вот смотрите. Да не, ну не. Так, вот, не, ну вот. Возможно, я пидорас, конечно. Чё, блядь, это не приём! Это выгоняние из Отсу-Сити, блядь. Это пиздец. Осуждаю. Не-не-не, вот это центральный кабинет размер. Возможно, я очень плохой человек, который просто воровал крышу, да? Даже слушать не хочу. Так, смотрите, вот у меня два сервера есть. Оригинал и спиздили. Смотрим вот это вот место, где кушают.
Здесь 4 ряда столов, это нормальная тема. Смотрим масштабы, да? Вот, вот так вот, здесь приоткрыто, левая дверь вот так вот приоткрыта, все сдвинуто, да, все нормально. Теперь спиздили. Не, ну бля. Так даже в размерах разница. И смотри, тут нету этой левой вороты и все то, все такое. Так, а ну-ка, сейчас я на потолок посмотрю. Еще раз, оригинал. Вот потолок похож. Смотрите. Угу, угу. Так, а ну. Еще раз, спиздили. Ну, похоже. Вот здесь прям, прям серьезненько. Но опять же, вот именно до этой детали я не строитель, может быть, это у строителей так и принято, типа. Хуй пойми. Так, дальше давайте для сравнения. Ну, вот это вот, да, больше всего внимание привлекает. Посмотрим, как тут сделано. Тем более, вот тут вот как будто делали на отъебись, да. Даже не запарились, блядь, делать разную траву. И все такое. Короче, смотрим. Вот так вот. Я хочу, чтобы здесь было написано OTSOCITI. От соседей. Так, сейчас найду это место. Так, оригинал, да? В оригинале я должен. Пися попа кака. Пися каки какашки. А где нахуй? Ну, как минимум места поменены, значит. Потому что вот я вот вылетел и вот, вот туда же полетел. Это не там находится. Да, вот это бы я бы оценил, кстати. Посмотрел бы на такие штуки. А где, блядь? Ага, вот оно. Так, а ну-ка, писи-попи, какашки. Ну, ну, блядь, а ну-ка, смотрите, здесь тоже такой трамплинчик. Блядь, дело в том, что тут, ну, понятно... Центральный источник из чего? Вот мне я до конца не могу сравнить, потому что... А вдруг, блядь, это обе карты спиженные просто из фильма, типа, шарите? Так, сейчас, смотрите-ка. Тут я сейчас найду до чего доебаться. Спиздили. Сейчас. Нет, они разные. Чё-чё? Это не та карта, поставь. Чё-чё? Что, блядь? Алло, да. Алло, алло. Смотри, я тебе, как мне сказал Ханов, это не та карта, которую... Правильно, карта. Я тебе скинул скрин с той карты, которую мне Ханов кидал. Сравни, пожалуйста, этот скрин. Ну, и... одно дело скрин, другое полетать. Я сейчас, да, я найду тебе карту, но все равно сравни пока скрин. А, не, ну ладно, но вот это хорошо. Вот это хорошо сказано. Евгеха тоже посмотрел, он тоже сказал, что вот это, которое поставил, это не то, а то, что скинул Ханов, да, это та. По сравнению вот этот ну скрин, пусть он тогда нет. Скинет. Алло, пусть скидывает. Ханов скинул. Все. А, все, он скинул комнату. Алло, Кепуч, давай, тебя за жопу поймали, реально. А, да, 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 слушай. Ставь. Кого? Я скинул вижу. В Дискорде то, что мне Ханов скинул. Тогда, типа, ну, ту меняй, ту удаляй. А, как обычно, Ханов перерыв. Ну, нормально, нормально, конечно, да. Опа, Кепуч, вот тут ты и попался, сука. Жалко. Не жалко пацана. Один в один зал. Их было четверо, четыре пацана. Да, они были вместе как шоу. Огонь и вода, как небо и земля. Четыре как огня. Как член и конча. Кто нахуй? Боже. Лора, сусите би лайк. Да, это вот сусите пиздец. Так, внимание, да, господа зрители. Сейчас. Сейчас, у меня есть топовая идея. Да-да. А... Предметы даже в тех же местах. Столовые предметы в тех же местах. То есть, получается, зал и вот этот скрин, который ты скинул, это... Я вот сейчас вот ровно их рядом расположил. Только свечки, да, получается? Кирилл, вот это скрин, оцени, сейчас кину. Да, там даже коврики. Да, они заменены.
Даже расположение свечек это просто заметно. Этот, разочарование. Вот эта вот хуйня. Хуйня то, что где жарят котел, там в том же месте находится. Камин, он в том же месте. Это что ты мне сейчас скинул? Это вид вот, сверху той карты оригинальной, как я понял. Посмотрите, блоки те же самые, скриншот может быть скинуть, можно, потому что там, по-моему, сервер. Вот да. Даже статы такая. Как выключить облака в Майнкрафте, ёбаным? Видите, статы такая же, как и зона. Да, статы. Да там, блядь, ты чё, Оль, ну настройки, расположение даже... Настройки еще... Как выключить облака? Да, давай. Настройки, графики, Sodium, Quality, вторая вкладка, и облака выключить. Подожди. Даже если... Настройки, графики, дальше что? Sodium, настройки, графики, Sodium. Где? Справа снизу. Справа снизу. И вторая вкладка, наборы Quality. Шейдер? А, понял, так, и? Quality, вторая так, вкладка. Облако. И там облака крестик. Выключить. Apply. Готово. Ванкевич, есть просто типа настройки графики, и у тебя под индикатором атаки облака можно выключить. Так удобнее через этот Sodium. Ты неправильно встал, кинул. Я вот сейчас правильно встал. Сейчас. Итак, подписочники. Ну вот это да, вот зал пиздец. Да не зал. Ну да фу, ну не зал, ну ты понял же, локация вот эта. А, и крыша тоже. Ну, с крыши, по крайней мере, все то же самое. Не крыша, все то же самое. Ну там по комнате сразу. Ну вот надписи хуй на оригинале нету, конечно. Ну, надписи хуй, конечно, нет. Ну, это все, а правда. И вот здесь чуть-чуть другое. Вот эта часть. Хорошо, чуть-чуть другая. Сейчас, он есть. Не, ну хочется остальную карту изучить, тогда я переобуюсь жестко. Изменения есть, но они не настолько большие, чтоб реально... Гля, ай, блядь! Бля, подпусечники. Ну, смотрите, вот сюда и вот сюда. Вот, ну, то есть, ландшафт тот же самый. Вот это вот гора ландшафт. Ну, блядь, ну, на нахуй. А, вот здесь вот что-то добавили, кстати. Вот тут пристройка есть. Ну, ждем, пока кетчуп добавит ее на тест. Чтобы полетать именно. Бля, кепуч, ну нахуя, бля. Поэтому нет, довольно скорее всего реально другую карту сравнивал. Пока ты ставишь, я жду, пока мне дадут слово оправдаться чисто. Ну говори, скриншоты говори. Скриншоты 3 года назад были, как бы. Ну, типа, опять же, возвращаясь к тому стриму, когда это все впервые только показалось, и там было прямиком сказано то, что да, здание было взято. Это факт, это типа никто не скрывал. Нет, ты говорил, вдохновление. Был сначала вдохновление, потом были референсы. Потом да, взяли здание. Смотри, там можно по стриму посмотреть. Типа никто не отменяет волнения, да, я мог хуйню сказать, типа несколько раз в версии. Но факт остается фактом. Здание было взято как референс, мы его сейчас делаем по себя. Мы меняем ландшафт, мы до хера чего добавляем, добавляем дополнительные постройки. Мы перестраиваем ее внутри, мы перестраиваем ее под землей. Сейчас, типа, на тест встанет сервер, вы зайдете, полетаете. Да, вот, кстати, там реально прикольная тема, потому что под землей там мега-туннели, вот вдруг на оригинальной карте... На оригинальной тоже были. Сейчас, я хочу посмотреть уже вживую, бля. Мы добавили, типа, дохуя механизмов, которые прикольно будут работать, дополнительные туннели тоже дохуища добавили, дохера чего изменили. Ну, типа, я не спорю то, что карта вот основного здания, она есть. Но она типа строится. Да? Хорошо. Путь, по-твоему, спиженная, но она перестраивается. И она делается типа под нас. И не просто типа парочку блоков изменить, извините. Но ебать, несколько месяцев ее перестраивать и добавлять до хилища чего интересного. Микроизменения есть. Они как бы дополнительные. Я тут наблюдаю, реально есть дополнительные изменения. Ну, дайте пощупать. Ощупать надо. А, и тут же, по идее, можете заходить. Отключиться. По-моему, ты ничего не поменял. Посмотрите, вот возникает вопрос по вот этой всей системе туннелей. Вот, их тут просто куча. Тайные комнаты Дамблдорсона, там вот эти, знаете, вот эта вся тема. А вот это из первой части. Вот. Надо посмотреть, будет ли там оно. Вот он сейчас. О, кстати, пока все здесь. И пока у нас молчание. Кирилл и все остальные, кто тут есть. Вы хотите в Олимпийских играх поучаствовать? Конечно, да. 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 Боже. Мы будем компанией. Я MC Max по-любому участвую. Да, это, ну, как бы... Можно даже Какуса убрать. Самое главное, MC Max, он там за семерых тащить будет. Ну и потом он соседи опять все возненавидят, но это нормальная тема. Ребят, вопрос. А зачем нам целый Хогвартс? Чтоб охуенно было.
Ладно, понял. У меня вопрос, Кирилл, ты же, мы же с тобой будем приходить на эти олимпийские игры, надеюсь? Они как? Да. О, this map was built by Microsoft. Так, поехали. Ну, тут изменено, чтобы более красиво было. Тут, ладно, сейчас, подождите. Я на самые причины. Но, блядь. Да. Мне подземелья больше всего интересно. Ну да, возможно. Я пока полетел. Ой, подождите, а часть нету. Сейчас. Ну да, часть сами построили. Сейчас, подождите, что за хуйня? Там причем не маленькую такую часть, судя по всему, я сейчас смотрю. Сейчас. Так, вот, смотрите, господа, это... Вот, это оригинал. Подождите, под каким? Да, вот под таким же углом я его показывал. Поезд был достроен, вот эта вот хуйня была достроена. Крыши попоменяли, ну просто блоки заменены. Ну вот, и вот такие вот интерьеры. Короче, поменяли. Короче, как будто других текстур накинули, но по сути... Дайте опку. Подземелья много изменений, сейчас смотрю, достаточно много. Дайте опку. Да ну нет. Так она же осталась. У тебя есть опка? У тебя есть опка? Да, она есть. А, не, сейчас смотрю подземелье, прям там есть идентичная комната, а есть прям очень много, да. Но вот центральная дальше. Комната, где огромный такой, там, 10 метров. С шахматами из первой части, это ровно то же самое. Ай, блядь, кепуч, охуеть ты, конечно, блядь. Ой, а зачем мне слепота? Это кепуч наложил, чтобы мы ничего не видели? Очевидно, да. Это карта наложила. А. Ну слушайте, мое почтение, они убрали эндер-порталы, яйца дракона и портал ивент. А, да? Слушай, а ты вот эти картины не хочешь сравнить? Телепортнись ко мне, пожалуйста. Да, я... Вот, иди сюда. Картины будут перерисовываться уже в самом СП. Рисоваться будут, как карты. Да, а вдруг уже и не будут, кепуч? Ну а вдруг и не будут, кто знает. А ну-ка, картинки. Да где этот кабинет ебучий, блядь? Меня кто-то может туда забрать? Какой кабинет? Вот это центральное здание. Ну вот где пир? Столовка? Да, столовка, короче, да. Для школьников. Сейчас, вот. А, стой, я на втором тесте. Нашел. Лестница с картинами точно такая же. Вот это? Лестница с картинами точно такая же, да. Даже на скриншотах 3 года назад. Но флаги одинаковые. Бля, Майнкрафт вылетел нахуй. Первый раз, Ванкевич, записывай. Блять. Я постоянно. Аж какой номер ошибки ты успел? Алло. Нет, конечно. Блять, ну ты гнида. Понял так. Блять. Бля, кепуч, ну нахуй я так в тебя верил, братан. Братан, уходи. Бля. Я вор какашек. Так, сейчас, еще ну, раз. Ну, типа, блядь, это один хер, даже если не вотса. Окей, ну, очень долго ждали, типа, до хера нервов потратили. Просто уже определились, что если не вотса, мы просто достраиваем все, что хотели, и ставим это в другом месте. Потому что изменений еще до хера. Мы еще до хера всего хотим добавить. Чичи, вопрос не в этом. Вопрос был в том, что зачем было врать на... Ну, нет, погоди, кто врал? Можно возьми, я скажу? Можно я возьми скажу? Тот стрим и пересмотри. Можно я скажу? Ты тогда в тот стрим говоришь, я говорю, это выглядит как спиженная карта. Ты говоришь, ну идите поищите в интернете ровно такую же карту. Ханов нашел ее за 3 минуты. Нет, я тебе сказал, идите поищите ровно такую же. Мы переделали дохуя всего. Мы переделали ландшафт и пару мы, добавить. Мы никто доделали, мы доделали дохера всего. Мы добавили от себя дохера всего. Зависит, короче, все зависит от того, сколько вы времени еще хотели планировать на ну, изменение всего вообще. Мы потому хотели... что если вы хотели уже вот эту вот это, если вы нет. Это хотите как сыровую перестроить, то это пизда. Нет, согласен? Мы хотели не это. А что вы хотели? Перестроить. Даже пока шло обсуждение, мы ее дорабатывали. Мы хотели еще расширить ландшафт, сделать его более красивым, изменить его. Мы хотели добавить еще дополнительные постройки, какие-то микродомики. Возможно, таверну с пивом, где продавался вот этот. Нет, изначально нужно принять же основную башню, давай так. Ну, типа, основное здание, ну, ну вот да. Это сам Хогвартс. Не, ну, потому что, ну, это сама изюминка. Геометрия менялась бы. Геометрию Хогвартса, даже ну, не типа, нужно, скорее всего, менять. Реально... Хотя бы оформление, там, не знаю, но... Оформление, возможно. Опять же скажу, извините, я не ебейший крутой строитель, чтобы строить это все с нуля.
Я могу что-то взять за основу и перестроить. Короче, у меня бык есть, я почему расстроился? Он такое чувство, что он специально создавал впечатление, что это оригинальная карта. Если бы мы собрались, и он бы сказал, да, ребята, мы взяли карту, но посмотрите, как мы ее переделали. Бля, мне кажется, вопросов бы и вот этих обсуждений не было, нахуй. Ну, он создавал впечатление, то, что эта карта оригинальная. Вот, какими-то недоговорками и все такое. Типа, но для меня все равно возникает вопрос, может ее стоит построить, потому что внесены изменения, и он там хочет ивент какой-то делать. То есть это не просто будет стоять. Но с другой стороны, эта карта с интернет. Мне понравилось, вот смотрите, они тут реально сделали красиво. Вот посмотрите на вот это место, да? Вот так вот чисто зацените. И теперь я сейчас это же место покажу здесь. То есть у них есть потенциал красивой перестройки. Вот здесь вот они, смотрите, и домик добавили, и мостик, и оно реально хорошо сюда входит, видите? Вот эта вот часть была добавлена полностью сейчас. Вот так вот я вам показывал, да? Вот так показывал? Вот. Запомнили, зафиксировали, и теперь оригинал. Вот, вот. Да? А, нет, ну, они здесь чуть-чуть прибавили, да, вот этот аппендикс все равно существует. Короче, изменения вообще прикольные есть. Блять. Ну да, домик и чуть-чуть остров нарощенные изменения. Сейчас, подождите. Еще один вопрос, вот, ну, чисто так. Блять, это был мой вопрос. Короче, ну, был вопрос, насколько им похуй. То есть, здесь нету пустых пространств, а здесь есть пустые пространства. Ну, типа, вот, вот они, вот, вот сюда вот вставили. Ну, хуй пойми, я уже в мечтах растворился, что это будет. Вот society. Вот это хайп, это, видимо, само построено. Либо с какой-то другой карты, но там похоже было, но не прям так охуенно. Что происходит, блядь? Бля, нихуя тут. Бля, тут прикольно, красиво выглядит. Что делать? Что думаете, подписчики? Алиса, музыка из игр. Почему она иногда стопает? Просто берет, стопает. Сколько дней, максимум. И чё, сам факт? Проект ради проекта. Да слушай, пожалуйста. Тут потратится максимум, наверное, ну минимум, точнее, несколько месяцев, да? Если не полгода еще. Ну, хорошо. Это не зачем? Дерево, а смысл этого проекта? Это не дерево, которое ты захуярил за полнедели, типа. Ланкевич, Оля доносит мысли к тому, что дерево можно построить, грубо говоря, за несколько дней, а вот этот Хогвартс мы будем строить полгода. И я пытаюсь донести просто другого. Рабочие силы... Нет, я тебе говорю... Не, не мы строить, чё он, блядь, строит? Так а зачем нам это? Вопрос в эмоциях. Почему никто на это не обращает внимания? Вопрос в том, как это будет использоваться. Не, смотри, кетчуп, я, конечно, возможно, буду неправ, но лично я, вот узнав об этом сейчас, о том, то, что это спизжено с нета, мне это, ну, будет доставлять, если будет доставлять эмоции, то немного. Либо же вообще не будет никаких эмоций доставлять, потому что такой, о, ну, круто, взяли схематику из интернета, вставили, ну, ладно, круто, перестройщики постарались. Ну, я бы сейчас взял на полную переработку, потому что можно создать каркас, но полностью редизайн надо будет сделать. Алло, зачем нам брать? Зачем нам брать человека в город, чтобы он сделал проект, который будет стоять потом через. Даже если мы готовы не, через это неделю, две разные никак вещи. Не используется. Кость, ты сейчас вообще не туда воюешь. Почему не туда? Это разные вещи. Не мы его не берем ради того, чтобы он это построил. Так он же будет только этим заниматься, Кирилл. Ты знаешь, какой-то нужно будет перестраивать? Ты что, рофлишь? Нет. Дай бог, это будет до конца сезона перестроено. Можешь сейчас объяснить мою мысль по поводу дерева и Хогвартса? Потому что, ну, видимо, я не помню. А, ну я совмещу твою мысль. Нет, я просто говорю как факт, то, что типа, ну, окей, ты потратила время, но так или иначе этот проект не юзается. Да если рассудить по такой простой логике, ты заюзала проект, так же можно и под Хогвартс все что угодно, блядь, подвязать, сейчас. Раз уж это будет под магический Извините, район. У меня самое лучшее сообщение есть сейчас в чате, я согласен. Пусть Кепыч построит эту хуйню, проведет ивент и снесет нахуй. Не, можно я скажу как раз таки по поводу этого сообщения.
Так, кетчуп у нас будет перестройщик, и если мы утвердим Хогвартс процесс дерева, можно перестроить типа за 1-2 дня. Кетчуп эту хуйню будет перестраивать, ну, в натуре очень долго. Ну, дай бог, чтобы это месяца 2, там, 3 можно. Какие 2 месяца? Это мою мысль, Никита, ты мою мысль не понял. Сейчас, дайте, пожалуйста, пожалуйста, я хочу договорить. Он это будет долго перестраивать, в любом случае, так или иначе долго. А мы берем кепочек как раз-таки для перестройки. Вопрос, то есть мы, ты как Кирилл сказал, то, что это не относится к теме, когда как-то начал говорить. Я считаю, то, что относится к теме, потому что если мы утвердим Хогвартс, то получится, мы взяли кепочек ради того, чтобы он перестроил свой смотри, проект. Нет, смотри, не-не-не-не, Никита, я рассматриваю все варианты. Взять Хогвартс и не взять кепуча. Взять кепуча и не взять Хогвартс. Взять кепуча и взять Хогвартс. Не взять ни кепуча, не взять ни Хогвартс. Понимаешь, тут все обсуждается. Я это понимаю. Смотри, но, я тебе сразу могу сказать то, что мы, если мы утверждаем Хогвартс, тогда мы уже не можем рассматривать кепучи как взять Вотса ради перестройки, потому что он будет считать несколько месяцев нет. Заморожен своим Хогвартсом. Да, я согласен. Да, ты должен чего сразу... это взяли, ну, сейчас, дай я скажу. Никита. Я тебе скажу такой факт, что, ну... он будет, ты должен сделать такую ставку, то что этот человек, возможно, ебейший перестройщик, но этот ебейший перестройщик активизируется только после того, ну, в своей полной мере, только после того, как он перестроит Хогвартс. Не соглашусь, я могу парировать твое мнение вообще спокойно. Можно? Можно я выскажусь? Оля? Не, пусть человек еще поответит на тык. Ебать нахуй! Олю не уважает. Олечка, пожалуйста, вам слово. Я пыталась сказать, что... Ну давай, Иван Кевич, ну попизди. Не, не, кетчуп хотел сказать, ебать, а ты его взяла и перебил. Я еще до кетчупа просила рассказать. Ребята, у меня дежавю просто. Я чувствую негатив. Давай, Оленька, говори, дорогая. Мне кринжово в этом присутствовать, забулили Олю нахуй. Почему я должен нахуй вот это переживать, вот эту кринжатуру нахуй? Бля, знаете еще что можно было бы? Ну это может тупая хуйня, ну просто для доказательства, но это и так уже пока не доказано, не ебе что сказано. Взять схематику, подгрузить ее сюда. И как его? И наложить ее ровно на это здание, типа схематрон сюда наложить. Вот и все. Блять, Олю забулили, потому что нахуй. Я считаю, что Оля имеет право перебивать, потому что она главный строитель города. Она может хоть кого нахуй перебивать, потому что она должна одобрить эту постройку, блять. А тут, блядь, Ванкевич нахуй, ну кепуч хотел сказать. Кепуч сейчас в состоянии отсоса нахуй находится, да? Потому что его поймали за руку, как дешевку нахуй. И поэтому, блядь, Ванкевич, ну кепуч хотел сказать, да кепуч нахуй здесь кто, блядь? Мы рассматриваем принятие его в город, блядь. Его принимают, он в состоянии ответчика находится. Если суд происходит... то, блядь, судьи. Я нахуй, Никита и Оля. Мы судьи. Потому что, ну, блядь, Никита мой заместитель, Оля главный, блядь, строитель города. Главный дизайнер города, нахуй. Она должна понимать дизайн-код. Все остальные, блядь, это свидетели, блядь, адвокаты и все такое. Оля, блядь, когда захочет, тогда и будет перебивать кого угодно, нахуй. Потому что она ведет это дело. Она должна одобрить или не одобрить эту постройку, блядь. Ты можешь мне в ВК просто позвонить, я замучусь. Алло, да здрасте, я вернулся. Сейчас там Никита с Олей отошли на секундочку. Не, я уже нормально, не отошли. Так, там должно быть написано в обсосите 100%. Вот эти штуки. Ну, короче, я могу сейчас статичь обсудить, но я не готова принимать этот проект, потому что, ну, большинство этих деталей, ну, просто спижено. Если единственное, что тут можно сделать, просто полностью перерабатывать все, что тут есть. Ну, а тогда это только в креативе, это полгода займет. Да, и во-вторых, в этом нет рациональности, и опять же повторяюсь, на дерево мы потратили, ну, полнедели. Это... И она стоила своих полнедель. Это, я сомневаюсь, что она будет стоить своих полнедель. Ну, точнее, полгода, скорее всего, она будет перерабатываться. Потому что тут столько просто вещей, из которых надо... Ну, просто будет позор, если мы его не переработаем, ну, в процентах хотя бы на 80. Можно сказать? Можно сказать? Можно сказать? Можно сказать чуть-чуть?
короче, да, даже если не брать то, что перестраивается, даже если так его взять, вот в каком виде у нас сейчас есть, все равно это будет перестраиваться, ну, минимум, типа, я думаю, полгода, потому это что не здесь мы, нужно это все равно не наше дело. Так, да. А, Кирилл, а ради чего? Скажи, еще хуже тогда становится. Тогда. В смысле хайп? Ну, типа, это просто стоящее будет здание. Просто, если ну, стоящее. Оно потому строится что... не для того, Кирилл. Чтобы оно стояло. Оно строится для того, чтобы там проводились разного рода ивенты. Блять, на одном квидич-поле сколько ивентов. В самом здании сколько ивентов можно проводить. Ну, типа, блять, строится все для эмоций. Взаимодействия людей. Ну, блять, СП это один большой проект. Нахуя тогда вообще на СП что-то строится, если через какой-то сезон удалится все? Вот, сейчас я объясню. Я сейчас перефразирую чуть-чуть. Ну, я хочу... Ну, ладно. Не-не, говори. А. Ты первый. Короче, я перефразирую, короче, по манеру как-то, Кирилл. Он тут, не заметил? Да. Я перефразирую. Просто вот Кетчуп тоже сказал, проект это ради эмоций, ради всего этого. Я тебе скажу так, скорее всего, если мы это не будем перестраивать, если к этому не будет руководство никак привязано, и не перестройка тоже, тогда получится так же самое, что и с Францией, вот этой вот Венецией, да? Мы не будем чувствовать эмоциональной отдачи от этого. Мы просто будем видеть, что, о, ну там крутой проект, который перестроил там Кетчуп, там его команда. Ну, круто, красивая постройка. Никакой эмоциональной отдачи от жителей Отца это не будет никакого отдаваться. То есть, лично вот я говорю сейчас за себя, за всех не буду. Это перестроят, я такой, ну, бля, круто выглядит со стороны, ну, кайф, ладно. То есть, для ну, меня да, это типа. Больше, для меня это ничего не будет значить, потому что, ну, что это? Вот как сейчас для всех Венеция, жители Отца, то есть, даже тебе на нее похуй, даже мне на нее похуй. То есть она, по сути, вот она есть, ну, блядь, кайф, создает какой-то вид. А зачем она есть? Отдачи никакой не отдает. Никто к ней не привязан. Если эту Венецию снесут, всем будет похуй. Вот так же будет с Хогвартсом. Всем будет похуй. Никакой эмоциональной отдачи от этого просто не будет. И для меня лично, я говорю сейчас никак не оперирую логикой, я оперирую сейчас эмоциями, потому что раз мы эту тему затронули, чисто для эмоционала мне это нахуй, честно. Ну, это либо прикладывать руку общественную, либо никак. Я не знаю, Кепуч говорит, что типа... Да, давай. Во-вторых, я не готова доверяться Кетчупу. Я хочу, чтобы он хотя бы каждый... Если он говорит, что будет постоянно проводиться ивенты, то есть не зря, ну, не просто будет зря построен, я хочу видеть этому доказательство. Пускай он хотя бы, ну, неделю будет проводить, еженедельно проводить какие-то ивенты. Потому что, ну, нету никаких пруфов, что он реально будет постоянно заниматься замкой, и что в замке будут постоянно проводить какие-то ивенты. Есть просто слова. Можно скажу, добавлю к этому? Давай. Короче, типа, если человек хочет отдаться, типа, этот проект, ему нужно отдаться полностью, по-любому, потому что это огромный проект. Вот. Если хочет отдаться этому проекту, неужели он, ну, ему самому будет приятно брать проект из интернета и ему отдаваться? Ну, типа, не знаю, ну, как-то странно просто. Типа, ты берешь проект из интернета, хочешь ему, типа, ну... Не, но он достаточно, в любом случае, для себя-то он достаточно изменял тут всякой темы. Ну... Не знаю, знаешь, что я бы сейчас проверил? Просто вот по блокам заменено ли какие-то определенные блоки на определенные блоки или рука. Да, ну да, но блядь, чё тут это нахуй? Ну, не знаю, мне кажется, это просто странно. Я уверен почти на 99%, что это построится, там проведется, ну, от силы, может, месяц это будет активным зданием, и потом на него все забьют. Ну, по-любому это будет. Красиво. А ресурсы на это уйдут просто как огромные. Ну да, но просто, знаешь, вопрос, если у нас есть кепч, который там быстро перестраивает, он будет перестроить 10 зданий, где придется 10 ивентов, или одну вот эту громадную хрень, где придется один ивент? Ну типа, ну... Успелливо, да. Ну дай бог, что проявилось хотя бы. Тогда можно дополнить? Ну, хорошо, я уже заканчиваю сферу Еки. Там до сих пор непонятно, блядь, что будет. Уже перестроено почти два здания про Евгехи, которые делаются только для... его личной цели, и они, по-моему, скорее всего, снесутся, блять, потому что уже появились какие-то терки. Хотя я лично начал их строить на условиях то, что все одобрено и все согласовано, чтобы потом их, блядь, не сносить. Кепуч, типа... да, но это маленькие, это здания не такие большие, как это громадина, понимаешь? Я, возможно, сейчас скажу грубо, Кетчуп, но, во-первых, да, это здания не такие огромные, не такого колоссального размера. Во-вторых, прости меня, конечно, пожалуйста, но для многих людей... В том числе, ну, типа, для меня ты просто знакомый, для многих людей ты вообще полностью незнакомый. Про Евгеха, она житель, с которым я уже, типа, знаком долгое время. И ивенты, вот, у меня есть, вот, Никита, на основе тебя предложение, что
пусть чел поживет, и мы можем когда-то вернуться вот, да, к этому да, вопросу. Вот да, да, я хотел дополнить. Пусть пока, смотри, пусть пока единственное, что я сейчас боюсь, то, концов. Что сегодняшний, ну вот эта вот разборка, она вообще может, ну типа, в минус увести репутацию Кепуча. Ну она это уже и делает. Или вот даже и больше, так. Она не имеет сейчас смысла, потому что, ну... Сейчас в конце надо будет решить, типа, берем, не берем. И, потому что изначально как перестраивальщика хотели взять, а не сам я проект. Я хочу также продолжить то, что ну, Кирилл понял, о чем я говорю. О том, то, что... Для других жителей ты, в принципе, ну, извини за грубость, ты никто, по сути. То есть они тебя не знают, они знают, кто ты. И для них, как бы, например, при ивенты про Евгехи, в которых будут участвовать тоже жители ОЦ. И для них это приятно. Они видят то, что это наш житель, это наш братанчик, наш кентуханчик. Ну, а ну ты кто? То есть, я не спорю, непонятно. Но ты не думаешь, что, это вопрос в том, что ОЦ находится в каком-то, блядь, информационном пузыре? Почему остальные игроки СП знают, к чему я прикладывал руку? Даже при условии то, что я этим не хвалюсь. Я нигде не хожу, не говорю это, блядь, направо и налево, как некоторые. Но они почему-то знают, что я делал на четвертом сезоне, что я делал на пятом сезоне. Извините, блядь, на СП видение, которое проходило на этом сезоне, меня даже в титры, блядь, не добавили. Но почему-то люди знают, что я это делал. А разве и почему-то люди знают, на что я способен. Я как координатор не сильно помню. Хорошо, город новичков, как факт, был построен для новичков, до сих пор, блядь, поддерживается... До сих пор там проходят какие-то РП-ивенты, недавнее поле чудес. Ну хорошо, и, ну и. Кепуч, смотри, ты просто понимаешь, это не мы вступаем к тебе, это ты к нам вступаешь. Нет, типа, я ну, не даже спорю. Если мы находимся в пузыре информационном, но это же типа ты к нам ходишь, да. Условия не меняют, да. Типа, да, это не бессмысленно сейчас. Хорошо, а проблема, как да. Вам узнать обо мне, если не я приду к вам вот так вот с каким-то проектом, и вы не выходите дальше отца, вы не интересуетесь, кто что делает? Так, вообще, тут не в этом смотри, дилемма, тут смотри, не в этом стой, дилемма. Стой, стой. Вот ты сказал, что никто не интересуется. Вот мы поинтересовались этим проектом, и вот первое мнение о жителе от сети, которое сложилось, это постройка спизжена с интернета. Ну как ты думаешь, даже если то, что вы там поменяли, я верю, то, что вы ландшафт поменяли, там некоторые что-то вы поменяли, но все равно в голове у людей остается, блядь, основа спизжена с интернета. Как ты думаешь, какое мнение у них о тебе может сложиться? Я не спорю с этим фактом. Факт остается фактом. Ну вот. В конце-то концов, ну, ну типа нужно же тогда, по итогу. Тогда мы рассматриваем конечный проект же. Ты слишком обобщил то, что вот как они могут судить о ком-то, о том-то, если они обо мне типа ничего не знают. Ну потому что, как бы, во-первых, как-то правильно сказал, это ты к нам вступаешь, а не мы к тебе. Ну тут я чуть-чуть уже... Ну хорошо, давай, сейчас продолжи, ты поспоришь. И к тому, то, что типа скажу... ты уже плохо себя зарекомендовал в этом плане. Не получилось, ты просто... Да, ну типа я зарекомендовал себя как хуёвый строитель, но извините, я не позиционирую себя как ебейший охуенный строитель, который нет, построит нет. Охуенный проект. Я тебе скажу по-другому, ты зарекомендовал себя не как хуёвый строитель, всем похуй, хороший строитель, плохой. Ты зарекомендовал себя как пиздобол. Никита, грубо, но хорошо. Тича, я хочу вкинуть, почему все забыли о том факте, что когда добавили, ну, кинули ему не ту карту, он промолчал об этом. Он не сказал, что мы не этой картой вдохновлялись. Почему? Если нет, бы... я сказал, мне стыдно за тех, кто нашел эту карту, потому что это не она. Нет, ты просто сказал, что да, мне слова, стыдно. Это не она не было. Блядь, ты гений. Пойман, как дешевка. Я. Слушайте, вот, давайте так, мы его берем помимо перестроек, он еще нас будет представлять в судах, на всех делах, он будет нашим адвокатом, потому что он, блядь, так складно пиздит, а потом говорит, я это не говорил, я говорил вот так. Вот, блядь. Я, кстати, профессиональный адвокат. Все, давай его берем еще на адвокатом, бля. Не, ну, погоди, Кирилл, ну это сейчас не смешно. Я вот просто слушал, и когда понял это, вот смотрите, как бы это было, если бы мы вот опустим то, что мы не поняли, что это другая карта, да? Он промолчал бы об этом, и у меня такое складывается впечатление. О, прокило, прикольно! И если бы это скрылось... Если бы это потом скрылось, ну это ни хрена не смешно было бы. Ну, кстати, ну что это за хрень? Ну, мы сейчас узнали, да, де-факто. Это максимально, я не могу просто с ним, ну, находиться теперь в городе. У меня к нему максимально сейчас предвзятость. Не доверен. Ну, он просто умолчал об этом. Ну, вот сейчас, Оля, можно я кое-что скажу вам после? Я уже прошу 15 минут. Я тоже. Ну, ладно. Я даю слово Оле, потому что она женщина. Правильно. А, нихуя. Охуеть. Короче, что я хочу сказать. В любом случае, если мы его принимаем, я полностью бракую этот проект. Потому что я лично, я не собираюсь заниматься этим проектом, тратить пол своей жизни, чтобы там, возможно, даже не факт, что провелось хоть что-либо. Опять же, я говорю, пруфов, то, что он реально будет проводить там, ну, нету никаких, ну,
Я не помню, какие он... Ну, я не помню, чтобы он там каждую неделю хоть где-то что-то проводил. Если будет, может быть. Но все равно я не буду заниматься перестраивать каждую вот эту комнату, чтобы потом кринжово не было заводца, да, как бы. Ну, это просто трата времени лично. Хорошо, я принимаю это мнение. Я просто доработаю его до того состояния, которое мы собирались, и построю его в другом месте, и мы будем там ебашить охуенные ивенты. Понятное дело, на отцене... На отце никто не забьет, но постоянно перестраиваются какие-то проекты, ну, видимо, просто без Хогвартса. В соло, я тебе говорю, Кетчуп, ты заебешься, ты выгоришь. Не, это его дело. Ну, Оля, это же его дело. Это, да, это уже Оля, это уже его заеб. Типа, можно сейчас теперь? Все что-то, ну, упустили тот факт, что мы изначально брали его как перестройщика, даже если мы бракуем данный проект, что мешает взять его хотя бы просто, ну, для ознакомления. Что мешает чуть позже? У нас, ну, SP5, все забыли тот факт, что SP5 не длится год. Он не длится даже полтора, но он будет длиться, я думаю, даже больше. Хотя, ну, это правда никто не знает. В конце концов, ну, мы приходим к тому, то, что пусть сначала Кетчуп хотя бы поживет, хотя бы поперестраивает. Да, осадок остался, но с другой стороны, ну, все что-то упускают еще одну такую хуйню, то, что у нас, ну, много кто вступал под хуевым слоганом. Пусть есть. Хотя бы дадут сейчас возможность себя оправдать, а позже, в конце концов, если что-то получится или не получится, уже будем решать это постфактум. Да, мы сейчас разобрались то, что Хогвартс, ну, блядь, спижен. Ладно. Но изначально эта дилемма по-другому была поднята еще. Смотри, так, давай так. Стой, можно сейчас? Я сейчас скажу, потому что я все-таки раньше поднял голос. Извините уже, пожалуйста. Меня. Да, не, нормально. Давай. Я тебе объясню, Вонка. Две стороны сейчас медали. Во-первых. Да, я знаю, это уже две стороны медали, я не отрицаю это пиздец. Захотят ли жители Отца с ним жить? И захочет ли сам Кетчуп жить после того всего, что мы ему наговорили? Я бы вообще провел бы сейчас голосование и оставим последнее слово за Кириллом, потому что право вето, так или иначе. Вообще написали, как можем жить в городе, когда у нас есть Дофео, но это ладно. Тихо, за мое мнение ты можешь не переживать, вы раскритиковали чисто проект. Ну типа... Хорошо. Нет, стой, это не чисто проект, я тебя пиздоболом прям в лицо назвал, типа, ну, блядь. Хорошо, назови меня пиздоболом, ты думаешь, от этого как-то изменится мнение тебе? Я с тобой как-то тесно не общался. Ну, блин, тебе-ка! Ты, погоди, ну ты умолчал, я не понимаю, как вы можете до сих пор рассматривать вопрос принятия его в города, если он просто умолчал, он наврал нам, он не сказал, ну он бы просто, если бы это реально прокатило, и мы бы не заметили, что это вообще другая карта, она существовала, мы бы взяли его в отцы, и когда мы узнали, что он наврал нам, он мог сказать, что это не та карта, он нам не сказал, он изначально уже, ну, врун, он пиздобол конкретный. Врун. Нет, слушай, тут другой прикол, не-не-не, мы так или иначе все равно же даже изначально ставили вопрос о том, да, насколько этот проект огромен и стоит ли его вообще, ну, как бы брать. Потому что у нас все равно не хватит даже рук перестроить 1/5 этой части. Да неважно на этот Хогвартс, я говорю про как он житель Вотса вообще убрать. Изначально вопрос был о том, брать его Вотса или нет. Ну вот да. Потому что, ну, типа, сейчас мы берем вот этот факт, то, что вот с замком, ну, пиздец, блядь, получился. Я поэтому говорю, ну, у нас всегда брали по какому принципу, блядь, испытательный срок, проебываешься, кик нахуй моментальный. В чем проблема сейчас это? Эта, ну, ситуация никогда, кстати, нас особо-то и не подводила. Нет, ради. До этого мы брали, вот ты сказал, что брали не очень хороших где Вотса. Это факт. Но Карбонара момент, блядь. Я хотя кричал нахуй о том, что Карбонара конченый, блядь. Ну и где они сейчас? Вотса. Вот именно. Вотса. Я расскажу. Вотса мы еще ни разу не брали пиздоболов, но мы выгоняли за пиздобольство, когда уже был в самом Вотсе. Да нет, тише, хуйня, не-не. Когда брали Карбонару, я кричал о том, что Карбонара это пиздоболище, блядь. Никита, я тебе об этом рассказывал. Не-не, тогда еще не было ничего. В смысле? Я тебе рассказывал нахуй, лично. Не было, блядь. Он уже в Вотсе начал пиздоболить конкретненько. Просто, ну, у него охуенная бэкстори, блядь, была пиздобольская, так что, ну, блядь, кекви. Ну, такая. Это страна в двух концах, ну, типа, так или иначе. Честно, Карбонара уже не особо помню. Да, я слышно. Пошел. Ну, типа, так или иначе, что мешает сейчас, ну, применить эту практику, ну, типа, которую мы использовали раньше, которая была более-менее успешной. Короче, я думаю, его надо брать железно, потому что благодаря нему у нас второй день подряд собрание Отца, ребята. Это легенда, он просто гений. Я не знаю, как он это сделал, но это просто потрясающе. Я его фанат. Вот. Тут Суджик на него говорит. Я думаю... Ну мы же его берем. Я хз, почему вы говорите, типа, брать, не брать, если мы его приглашаем, так или иначе, типа, вот. То, что он, ну... А мы его приглашаем. Да, началось, вот, Никит, я как раз таки поспорил бы с тобой, потому что
Он не как Мелхам сегодня приходил и говорил, я хочу, мне надо. Вот, я, изначально инициатива от меня вышла, потому что он, ну, реально строит, типа, ебейший. Как Кирилл вчера запретил тебе гадание, кстати, так этого... сегодня может он взять этого кетчупа. Этого я, это я либо не знал, либо я об этом забыл. Я просто помню только момент... Инициатива от меня отходила, Никит. Поэтому у него чуть-чуть более привилегировано. Я просто запомнил только момент, когда мы что-то шли по отцу, а кетчуп такой. Ну я, короче, это самое... Что-то, либо проходит, что-то куда-то тему говорил, он сказал, ну если вы примете меня в отца. Ты такой, ладно, принимаю. Я вот такой вот момент в моем голове остался. Ну, я, видимо, забыл уже. Можно я скажу медленно разводную хуйню? Ну. Да, конечно. Слушайте, ну если он нам напиздел про замок, то кто ему мешает напиздеть про вот эту автостроительскую, ну, вот этот чип? Это похуй. Опа! Ой, какую хуйню сказала. Не, ну это удаление из друзей, как бы. Там уже клятва была на там уже клятва, да, на письках. Да, да, это тоже по-серьезки. Но надо это было сначала еще и про это спросить. Да, блядь, на самом деле вот это, блядь, перестройка такая, ну, самая лайтовая хуйня из всего того, что, блядь, представлено. Давайте. Он мега перестраивающий, блядь. Пусть как про печенька этот, как про печенька, пусть член кидает, и типа, если что, то у нас база есть защитная. Ну, Кирилл, у нас сейчас сам печенька, блядь, находится под этим. Ну, смотри, у нас будет собрание, мы будем там без майк опять сидеть. Я не смогу доверять, что он не сольет атаку. Ну, кстати, да, как я говорил, я вот раньше при старом составе не показал бы писю. А вчера, потому что слишком была охранная обстановка. А, да? Потому что мы стесняемся. Я стесняюсь половины жителей. Вот как Ека сказал вчера, я при старых жителях не показал бы писюн, а сейчас бы показал бы, наверное. Вот типа, вот сейчас, наверное, нет, так. Нет, я наоборот. Ты пошел нахуй. Смотря на сколько старых. Вот если не, вот, имею в виду, нет, ты потом уточнял, когда вот эта Венеция была вся этой хуйней, помнишь? Мы бы когда позже сидели. Ну, короче, сам факт того, что типа сейчас про доверие и недоверие. Типа, ну, в итоге-то, блядь, ну, какой итог мы можем взять, ну, по приколу человечка, если он, ну, факапится, то, ну, моментально, в чем проблема-то, блядь? Ну, я сейчас, в принципе, ну, как будто бы, блядь, под угрозой стоит такое, то ж, не знаю, ну, Кирилл завтра умрет, если, блядь, кетчуп, там, не знаю, построит, блядь, этот Хогвартс, ебаный. Так и будет. Кетчуп, агент Рарда, ребят, я, ну, на самом деле, я агент Рарда, блядь, все об этом забыли. Не, все, кто в этом Дискорде, кроме двух людей, его показал бы, случайно. Например. А мне бы показал? Мне бы. Всем, кроме двух людей. Погоди, Фуси, а мне, Никита? Фуси показал бы? А, нет, стоп, блядь, я бы никому, мне же 18. Вот я тебя и не показал. И поймал. Да. Ну так чё, так подождите, давайте так. Мне в чате пишут, кетчуп агент Лилуша, это правда? Это правда. Просто к тебе. Ты готов принять его? Если ты готов... Нет, так я-то с ним нахуй 3 года, блядь, общаюсь. Ну, ты же понимаешь, что он сидел на стриме, прям сидел и пытался выставить, что мы... Блядь, да, это, конечно, это вообще. Пусть извинится. Ба, ну такой... Да тогда прощаем, конечно. Ебать, вы меня очевидели. Пытаетесь на меня... Вот сидел прям вот так вот, короче, говорил. Ну, типа, ебать, я пиздобол, конечно. Я прощаю тебя. Кепыч, сколько тебе лет? Мне 20. Как же он выкручивает. Тебе 20 лет. Кирилл, почему ты можешь взять... А ты в кубики играешь 20 лет, блядь. А ты стримишь в 20 лет. Я к тебе сяду. 20. Во сколько, во сколько? Такие высказывания реально. Так чё, кик долбоёба, чё как? Ладно, это собеседование в отце. Я за кик. Мне... Я против кика. Я не прощаю тебя. Новый контент — это контент, я за. Я думаю, что... Раз уж Кирилл дрочит на контент, то тогда, ну, why not, это тоже контент. Кепыч, давай мы тебе... Я согласен на твое взятие, но мы с тобой устраиваем конфликт самый жесткий на СПЗ. Нахуй ты это сказал? Ой, дурак, блядь, Так, ну чё, блядь, я не знаю, голосовалка, не голосовалка. Я хочу... Я уже опубликовал там... Мой голос за 10 идет или как? За 0. За 0. В смысле, блядь? Подожди, а ты нормальное голосование? Не, стой! Вариант похуй! Где вариант похуй? Я сейчас сделаю. Что мы больше, ну, считаем за плюс? А Никита, да, мы его удали потом. То, какой человек, ну, по натуре хороший, или его навык. По натуре он здесь проебался, но по натуре-то я его знаю, и я могу сказать... Насчет Хогвартса, да, остальное нет. Ну ты его знаешь, мы его нет. Боже, ну для нас показался... Кирилл. Я правильно понимаю, что он был твоим агентом тайным? И если я сейчас это подтвержу, он перестанет моим быть тайным агентом, поэтому пошел... Нет, но что мешает потом сливать инфу там своим друзьям про нас там?
Да и мы сколько раз, блядь, мы это проходили, Костя, блядь. Я знаю, я не хочу еще раз, каждый раз мне очень больно, я рыдаю ночами. Карбонара, возвращение. Карбонара, да. Ребят, кактус и дофио встречаются уже 2 месяца, я слив. Это правда? Я слив, блядь. Это правда, ребят. О, у нас впервые кто-то за похуй не проголосовал. Никит, Никит, а у нас еще один незакрытый вопрос. Нет, есть один похуй. Я буду первым. Бля. Никит, 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 есть незакрытый вопрос. Ну, а мне бы показал бы писюнчик. Стоп, здесь 18? Да. Так, так, так сказал ты? Я старше тебя, Никит. Никит, Никит, ты бы показал мне писюнчик? Нет, тебе нет, еще не завершено лично. Нет, да я бы просто пародирую Иванкевича. Слушай. Алло, блядь. А мне, Никита, мне, не можно, пожалуйста. Мне Остер, Андрей Остер мне показывал. Иначе что, сглазили? Как он вялый габун вот этот вот? Вялый габун. Я единственное, что запомнил, что Олли, блядь, точно нельзя показывать член. Это точно, блядь. Это да, это правильно, не надо. Почему? А почему? Это уже не важно, ребят. Это уже другая история. Это уже другая история. Пок! Поксик! Краксик! Пекистексик! Пок! Крак! Пек! Bluetooth. Поксик! Пок! Поксик! Краксик! Пок! Блядь, ёбаный нахуй! Что у вас здесь происходит, блядь, нахуй? Поксик! Ты чё делаешь? А я хотел у тебя интервью взять, ты когда доиграешь? Вот сейчас прям? Бля. Ну чтоб ты прокомментировал, ты можешь в Дискорд зайти? Ну зайди в мой Дискорд, пожалуйста, сейчас. Сейчас, бля, я понял, бля! Так, сейчас. Сейчас, секундочку. Алло, Краксик, Крак. Я был. А? Ну чё? Да, да, слушаю тебя. Короче, Пок, вот дай краткую информацию. Вот ты с Кепчуком много общалась, да? Тебя хуево слышно. Кепчук. Так, Кепчука, знаю, да, этого. Чё, он нормальный тип, ненормальный он. Что он из себя представляет? Ну... Именно сейчас, да. Я с ним давно уже не общалась, да? Я с ним общалась очень прям хорошо, когда я была президентом на СПМИНе. Так. Вот. Сейчас, типа, он мой помощник в группе ВКонтакте. Типа, он там зарплату выдает, всем вот такое вот. Так. Вот. Ну, типа, вроде бы нормальный типок, шарит за некоторые моменты. Ну, я ему доверяла очень люто. Вот. Именно сейчас, что он там творит, я точно не знаю, но вроде бы нормально, не наебывает мне ни на деньги, ни на чё. А шо? Что-то случилось? Ну, мы... Вот ты советуешь его принять в город от Сосити? А, ты хочешь его в город взять? Да, да, вот что ты думаешь? Ну, почему бы и нет, на самом деле. Ну, типа, он нормальный чел. Но по поводу... Подожди, стой, давай так. Сейчас. Алло, господа, я вот связался с Соней, он там 10 тысяч лет работал с Соней. Вопросы, пожалуйста, ей можете задавать про Кепуча. Так. Может, Кепуча отсюда выкинуть, чтобы не кринжово было? Да не, наоборот, надо оставить. Сколько сантиметров у него член? Не, Пуксик, вот давай, этот, что ты вот характеризуешь? Подожди, Кирилл, можно вопрос к тебе? Ну, ты считаешь справедливым... Он как бы зарплату там рассчитывает у Сони, как бы потом не дай бог, что произойдет, блядь. Ой, вот давай без этого только, я не, вот ну это не, вкладываю. Оля, ну это не может. Нихуя, Кетчуп, у тебя голос нахуй. Да. Ты не слышала до этого никогда? Я тебя позвал, так авторитетное мнение. Охуенное. Я ему доверяю, ебачки. Я не общалась нахуй в Дискорде 10 тысяч лет тому назад. Ладно, Пуксик, давай нормально. Описание, вот, описание данного персонажа. Вот как ты, описание данного персонажа. Так, хороший Чепух был. Он был моим вице-президентом, по-моему. Чепух. Кетчуп, ты был моим вице-президентом? Да. Два срока подряд. Это 5 лет назад, нахуй, было. Или сколько? 3 года назад. Ну. Вот.
Он отвечал в моем ВК на сообщения. Да, было. Кстати, про слив информации, да? Да, да, кстати, там была лютая информация, так что да. Так, вот, поэтому как бы кетчупу я люто доверяла и доверяю сейчас. Так. Сейчас он зарплаты там выдает. Мы с ним вместе как раз и открыли эту группу ВКонтакте по скинам. Вот, да, кетчуп, помнишь? Да. Вот, ну, короче, кетчуп лютый. Чебурек такой, я его, наверное, советую, если вы его не испортите. В смысле испортим? Ладно, чертовка, а скажите, что? Пожалуйста, был ли он замечен хоть раз, да, в жизни в том, что он пиздобол ебаный? Только что. Сегодня. Кроме сегодняшнего дня. Нет, на самом деле, типа... В плане того, чтобы он как-то меня люто обманывал, да, не было. Бывали просто типа случаи, что что-то не договаривалось. Опа, сука! Интересно! Это были единичные случаи, то это были единичные случаи. Не понял. То есть Соня подбирает, что он качественный пиздобол. Бля, качественный. Более берем город, как минимум адвокат всего города. Нет, это не пиздобольство. Я считаю, что это просто, типа, если в какую-то пользу что-то не договаривается, ну это я не считаю, что это пиздобольство. Нет, так это отличие. Есть пиздобол, это когда он просто пиздит. А есть качественный пиздобол, это когда он может говорить немного правды, а основное это ложь, когда он может не договаривать. Это качественный пиздобол. Вот именно такого не было. Не-не-не. Сонь, вот ты как строитель, да, можешь узнать твое мнение? Вот, допустим, к тебе приходит человек и говорит: слушай, у меня есть жесткий проект, да? Так. И потом выясняется, что он был, ну, нагло украден из интернета, да, и немножко там что-то переделан, перекрашен. То есть, и об этом умолчали. То есть он, да, он мог еще как бы, ну, признаться, было много шансов, но он как бы молчал до момента, пока его не поймали за жопу жестко. Твое мнение, ну, по этому поводу, что бы ты с этим человеком сделал? Ты бы... Это Атрик сделал, если что. Ну, ты бы назвала его пиздоболом, например, за такое. Ну, я веду к тому, то, что на самом деле это не круто, когда, типа, тебе говорят, что «Ебать, это я построил это здание, это я все придумал, я его лично спроектировал», и когда, типа, ты такой говоришь: блин, так, да, реально круто там... было. Нормально. Вот, то оказывается, что это здание спижено и просто перекрашено. Я, типа, не против того, чтобы, да, там брать какой-то концепт из какой-то картинки, там, например, с какого-то арта, брать здание, да, и все. А если просто люто схематикой просто взято, скопировано и перестроено, ну, я считаю, что это не строительство, а просто, ну, просто здание чужого человека. Воровство. Что бы было. Ну... Воровство считается, это ты когда... Машину украл, перекрасил, блядь, все, моя машина. Нет, воровство это считается, когда ты спиздил, да, здание, и не говоришь, что ты его спиздил. Ну, то есть он его спиздил. То есть он украл. Ладно, а вот, пожалуйста, скажите, пожалуйста, такое вот чертовка, можете заявить? А вообще, как вы его опишете, как игрока в Майнчлен? Кого, Кетчупа? Да, Пепкучука. Ну, я он точно знаю, Кетчуп крутой, потому что он единственный человек, который на SP Mini построил суд в Энде, то гигантское здание. Он был единственный, который вообще за дело это взялся. Потом он единственный выкапывал этот ебаный остров в Энде. Да, Кетчуп, я же не ошибаюсь? Ручками, да. Лапками своими. Так что я считаю то, что... Ну, за что он берется, он обычно берется и делает все до конца. Поэтому. Я же говорю, 3 года назад это было, ёптить-моптить. Что, ты про Энн сейчас говоришь, Соня? Что? Ты про Энн говорила в ВК? Я про Энн говорила, остров выкапывала, сносила. Ты его выкапывала? А качественно сделал? Я его выкапывала, не сносил, потому что бомбилки были отключены. Что, Соня, да, ты, да. Ты тоже выкапывала? Я? Да, ну так, чуть-чуть там подкапал. А, ебать, я вспомнил, откуда я кетчуп познаю. Я помню, мы с Лемиксом и Соней что-то какой-то хуйней занимались, блядь. Да. Я тогда спрашиваю, кто это? Я такой: это кетчуп, он такой крутышка, я помню. Ебать, вот откуда я его знаю. Все сошлось, берем город. Берем город. Я, ну, прошу посмотреть на опрос. Да, это не важно, в принципе. О, да! Боже, я вчера на шашлык думал, откуда я кетчуп познаю? Слушай, вчерашнее собрание, блядь, типа, ты чё? Не, это буквально первый раз, когда я голосую за нет.
Ну. И ты совершаешь ошибку. Не, ну вот смотри, ну уберем. Не, ну Соня, смотри, такая ситуация случилась. Мы попросили две карты поставить, которую он сделал, и ту, которую мы предполагаем, что он оттуда украл, да? Так. Вот. Мы начали сравнивать, вот. Ну, один и в там один, не ну, сходится. Да. И мы подумали, что, а, ну все, он красава, хорош. А потом скидывают скриншот настоящей карты, откуда он взял эту постройку. Он до этого умолчал об этом. То есть он не сказал, что это не та карта, которую мы ему показали. Ну, он обманул. Кто? Он пиздёт до последнего. Кетчуп. 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 Ты зачем это сделал, признайся? Рофл вышел. Честно, я бы так же. Мама после собрания чисто пришла. Сын, зачем ты это сделал? Не, Соня, ну ты согласись, но это не очень нормально. Тем более, когда ты хочешь вступить в город. Подождите, подождите. Кетчуп, признавайся. Ну зачем ты такое сделал? Ну ты чё меня позоришь? Ну Рофл вышел с контроля. Это их объёб, то, что они перепутали карту. А по попе потом побьют его, надеюсь? Ну мама, я просто решил подсунуть кактус Марине Ивановне. А ну, блядь, ты закрыли нахуй? Я Кетчуп послушаю. Кетчуп, давай, давай. Понял, Тича, ты тут не главный. Говорю, Рофл вышел с контроля. Они объебались с картами. Потом бы на это все равно указалось. Так, просто так. Они сделали это чуть-чуть раньше, чем надо было. То есть пока есть возможность вызвать, да? Можно. Пока есть возможность порофлить, почему не порофлить? Ну, конечно, прикрываться рофлами каждый может. Блядь, с другой стороны, сейчас все так рассуждают, будто никто никогда не врал. Ну, типа, ё-моё. Ой, Ванхи. С тобой, не, давай так, давай так. Мы вспоминаем прошлые отцы, я что-то вспоминаю прям такие вот моментики смешные, прям, ну так. Панкевич, когда, ну, подпёздывали много. Не, ну кстати, ребят, там этот самый фюрер, он тоже был, в принципе. Ой, осуждаю. Осуждаю. Вот лично я никогда никому не вру, всегда в лицо. Осуждаем, осуждаем. Что вы осуждаете? Даникс, допустим, никогда не врал насчет своего сервера, да, ребят? Не тебя, не тебя. Мы там другого часа. Соня, ты прощаешь Кетчупа? А... За что? За то, что он спиздил постройку? Да, и хотел на ну, в целом, что, просто. Ну, блядь, сказать? Опа. Получит пизды. Ну, а меня прощаешь? А тебя за что? Ты кто вообще? Я бы дрон мальчик, поставил. Мальчик, ты вообще кто, блядь? Прости меня, пожалуйста, на коленях. Нет, Соня, в натуре как мама. Извините, я отходил, вы его разъебали. Реально, все тихими такими стали. Да, алло. Кирилл, ты очень много пропустил. А конечно, что, Слой, можно, пожалуйста? Да, меня Соня простила. Ладно. Я никого не прощала во впервые, а во-вторых, я не знаю, кто ты. Это мистер Ека. Мистер Ека? Ека, да. А он лично пришел на Пуплент, извинился? На коленях уже. Я 10 проходов купил и раздал. Честно. Правда? Нет. Врешь? А, да, это алло, нет, да, здравствуйте. Так, моя теория Кеп, подтверждается. Кепуч сказал, что он все-таки признает, что он спиздит. Нет, он сказал, что это рофл, но я ему пизды дам за то, что он вот так вот поступил. Офигенный рофл. Так, не, ну нормально. Я так скажу, со стороны именно как это выглядит Кетчупа, да? Он такой думает, ох, ебать, буду не стараться нихуя. Возьму карту спижу, как я думаю, да? Нет, ну, нихуя. А подожди, Кетчуп. Молчи, мать говори. Простите. Да-да-да. Вот, он говорит, ебать, надо вот эту карту взять. Берет эту карту, там что-то, может быть, подменивает там чуть-чуть. Вот как я поняла с ваших слов, да? Перекрасил там все дела. Вот, и хочет посмотреть на вашу реакцию. Нихуя, блядь! Поймете ли вы то, что он спиздил или нет? Извините, можно вот мы топчемся на месте? Я, ну, уже пока этот... Можно я какую-то точку вот поставлю? Ну, точнее... Не, подожди, Кирилл, есть просьба. А, ну. Можно Соне будет присутствовать на собрании ходца? Так да, тихо, да, пиздец. Да, тоже хочется. Да. А, ее зауважали жестко? Да. Всегда. Ее всегда уважали. Всегда. Я никогда ее не уважал. Не, Максон, ты там... Нормально вообще. Кто это сказал? Это Кирилл сказал, извините. Это МС Макс. А, да, Кирилла тоже никто не уважает. Да, ебать. Ну, это факт. Не, это ладно. Это факт. Так, ладно, давайте так. Ну, поскольку на один голос больше за нет. А, нет, равносильные берем нахуй. Когда равносильные, к сожалению, не берем.
Вот, потому что, ну, тогда 50% города его будут, ну, так сказать, подхейчивать. Но я бы... А вот это 50% сейчас города всего? Нет, по голосованию. Но я бы ему бы, ну, то есть... Ну, я бы его бы хотел видеть в городе, но я не могу на этом настаивать. Поэтому я бы попросил Кепуча, ну, как-то реабилитироваться и потом перепровести это голосование, вот, если ему это самому интересно. Вот. А каким образом реабилитироваться? Ну, реабилитироваться в плане построить еще дохуя зданий, перестроить казино за 3 дня. Да, да, ну вот типа. Ну не или... так, это не так что? Работает. Я бы потом бы с тобой лично бы обсудил бы, так сказать. Ну или лично, сейчас просто бы пошел бы с тобой в Дискорд, а все остальные подслушали. Нахуй. Ребят, наш разговор через стрэч. А почему уже 12 часов ночи? What the fuck? Вот именно, нахуй. Надо спать. Блять, извините. Ну ладно, все получается. Самое важное мнение, Кирилл Шракс. Алло. Ура. Алло, там не пору. Да, я обновил страничку, там на один голос больше за, но это все равно не отменяет того, что это почти поровно. Вот, Кепуч, если вы хотите, но я вам, то есть, ну, скажу свои мысли уже, можем пойти. Что-то какая-то странная тогда хуйня. Нет, так вы все подслушаете через стрим, я просто не хочу подпёс. Нет, нет. Кирилл. А я веду к тому, то, что, типа, если один человек против, то тогда 100% не берет. Если нет, ровные, берет, а, равные голоса 50 на 50, но один, ну, на один голос больше за. Вот, и все. Так, ну я пойду. Можно? А, да, 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 Оль. Ну, если это, мы все-таки его принимаем, я прошу все-таки, чтобы его на тест не пускали. Да не, это условие уже принято было обсуждено самым первым. Все, окей. Все, хорошо. Так, алло, Кепуч. Да. Значит, во-первых, я в тебе разочарован, нахуй. Я вчера, блядь, на собрании уговаривал людей. Они согласны взять тебя, даже если они тебя не знают. И ты сегодня так обсираешься, сука. Это просто пиздец. Ты меня подставил, нахуй. Извиняйся. Блядь, хорошо, извиняюсь. Вот, ладно, все. Искренне извиняюсь, но... В чате сколько? Даже в начале были за тебя. Когда ты свои регалии перечислял, были за тебя, удивлялись. А потом, когда ты обосрался, и оказалось, что ты пиздобол и карту спиздил, блядь. В чате даже начали писать то, что ты хуёвый. А я тебя хотел продвинуть, разрекламировать. Я знал-то, что ты норм, поцик. Извини, все. Так если уже вот это вот все известно, что я делал раньше... То скажи, пожалуйста, зачем мне так жестко обсираться, чтобы потом ловить какой-то хейт на СП? Ну я ебу, ну ты же обосрался. Ну, чувак, я не обосрался. Изначально было сказано то, что спижено с инета, блядь. Нет, да, я на нет, первом, ну я нет, на первом блядь. Стриме заикался, блядь, но там было это сказано, но это можно услышать. Ну нет, ну блядь, ну ты как даже, будто отмазываешься. Хорошо, абстрагируйся от Хогвартса. Он не будет построен в отца. Он типа словил хейт, окей. На мне это как на личности. И на моих заслугах, которые делал, это как-то повлияло. Вот именно. Это изменило. Это... Хорошо, давай. Это так. Изменило то, что я трудоспособен, блядь, то, что я трудолюбив, то, что я дохера всего делаю. Это не то, изменило. То, что я открыт для общения. Но изменило вот. Твое общение, то, что люди теперь им с тобой жить в одном городе, и они будут думать: бля, мы живем с челом, которого мы узнали, потому что он пиздобол, типа. Да, вот. А еще мнение меняется. Меня изначально вот. Знали как человека, который забанил Зова Ивана. А у Зова Ивана, ну ебать, как много друзей было. Вот, я тебе что предлагаю? Во-первых, я хочу твое мнение узнать, надо ли оно тебе с нынешним отношением, потому что я готов принять и сказать то, что типа, ну ты скажешь, ебать, да ну он мне нахуй не надо, меня там в городе, блядь, половиной решили не принимать. Второе, что я тебе предлагаю? Ты в любом случае там строишь что-то про Евгехе, ты еще там, сям, ты и так в городе присутствуешь. Поэтому я предлагаю к этому вопросу просто вернуться, когда люди к тебе подотрутся, ну, как бы они все равно будут рано или поздно рядом с тобой то проходить, блядь, то еще что-то. Вот, ну, потому что увольнять с тех построек, которые ты сейчас делаешь, тебе никто не будет. Вообще, у меня вопрос, тебе оно нахуй надо? Да, ну, почему нет, блядь, это новое общение. Это новый опыт игры. Просто есть одна проблема. Мнение людей, которые живут в отце, оно не поменяется, пока я там нахожусь, как типа просто строитель. Потому что мне банально запрещают нахуй общаться с жителями, блядь. Почему? Ну, спроси. Я ебу, почему кто мне запрещают. Кто тебе, блядь, запрещает? Кто тебе запрещает? Жителям запрещают общаться со мной. Ну, это... Чё нахуй? Это не на стриме. Я не хочу сейчас, чтобы какие-то определенные люди ловили хейт. Я могу тебе это лично сказать. Ладно, хорошо. Ладно. Просто те люди, которые не подвержены кому-то, там, левому мнению, они со мной общаются. Пропаганда. Они знают, кто я.
Да, блядь, да я и знаю, кто ты, но ты сегодня публично обосрался, нахуй. Хорошо, я извиняюсь за этот абсурд. Типа, окей, но... Это не что-то глобальное, блядь. Это наработка, нахуй, на тесте. Оно не построено в ОЦ, оно не построено нигде, блядь. Я изначально хотел сюда привлечь жителей ОЦ. Ну, нормально. Ну, нормально, нормально. Ну, давай все остальное обсосем с тобой, но типа, ну, я пока еще за твое принятие. И, ну, нам, ну, что-то надо придумать, чтобы, ну, как бы, жители тебя с другой стороны рассмотрели. Но если ты еще раз, блядь, обсираешься, ну, там уже, ну, это все бан, нахуй. Ну, хорошо. Ну, все, давай, целую. Просто я знаю, типа, то, что я не обосрусь уже, будучи в городе. Угу. Ну, нормально, ну, давай. Нормально, давай. Блять, очень обидно. Вот мне кажется, в начале, ну я не знаю, просто я вот по уровню общения, в начале как будто вот люди в кабинете были либо просто не против, либо даже за. А тут, ну, вот, ну, они его поймали на личном качестве. И, ну, и личные качества как-то в городе все равно ценятся. У нас есть дохуя людей, которые нихуя не делают. Но зато они... ну, как бы, как личности интересно. А тут он, как личность, блядь, себя заруинил с этим пиздовольством. Блядь, сука, ну я же говорю, ну, вот все бы поменялось, если бы он сказал, ребята, карта скачана, вот сразу, карта скачана, посмотрите, сколько я переделал. Это можно считать новым. Я добавил вот этот квиддич, я все перекрасил, нахуй, я вот тут переделал, дотянул до новых версий, смотрите, глина, вот. Блять, там бы ему либо просто сказали, да нет, чел, нам это просто неинтересно, либо сказали бы даже, нихуя себе, ну ладно, типа, давай рассмотрим, типа, этот прикол может дополнить. Ну, он складывал всегда специально такое чувство, реально, впечатление, что это его работа, блять, его еще с кем-то, вот. Ну, мне кажется, то, что его вот отвергли только... Ну, на основе... То есть, изначально на него более положительное впечатление складывалось. А потом... вот он тут обосрался люто. И опять же, да, вот, ну, Суджик прав. Он бы мог сказать, типа... слушайте, это не та карта спиженная. Я вам могу показать спиженную карту. Смотрите, сколько я переделал. Опять у него был этот шанс, блядь, выкрутиться. Ну, а он до конца дефается. Ну, мне странно. Ну, как адвокат он хорош. Давайте так. Он, блядь... перекручивает, перефразирует фразы, блядь, как адвокат я б его бы нанял. Он бы там бы за меня... Кирилл такого не говорил. Вот, все. Он говорил вот так, он другое имел в виду. Вы все не поняли, он просто имел другое в виду. Я так хочу, чтобы Бородор за меня этот выступал. Так, все, подпусечники, давайте этот ласт ответ эссе и пойдем уже атаку еблончитосов зачекаем. Вот, еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднялся до сотен. Откуда все деньги моих суд не заботит? Донаты летят, это сосок заботит. Ладно, хорошо. Афэйстрим. Сыночка, я в Сан-Тропе. Если бы он не улил и пытался оправдать очевидный проеб, можно было бы взять. А так зачем поощрять ленивых псевдостроителей и хитрожапов? Ну он не строитель, я тут... Он даже поезд на карте тоже спиздил. Карта Hogwarts Express на Planet Minecraft. Это ГГ. А пустое пространство под домом это тоже вставленный дом. Сыночка, я в Сан-Тропе. Так перестройте только квиддич поле. Это да нет, это неинтересно. Блядь, да, вот, подожди. Замок... А, нет, показалось. Показалось. Я думал, что я нашел этот поезд. Подожди, это он или нет? Сейчас, сек. Сейчас, сейчас. Короче. Сейчас, 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 сейчас. Тут орнаменты такие на мосту и... Ну, блядь, опять же, слушайте, я не уверен, то, что я нашел именно то же самое, потому что может быть очень мега похоже. Но вот смотрите. Оп, да? Оп. И теперь оп. Вот. Сейчас. Ну, портал тоже. Короче, перекрашивать он умеет охуенно. Давайте так. Не, дело в том, что один в один, там то, что оно похоже, это взято из фильма, это взято, может быть, из игры. Оно по-любому будет похоже.
Просто та же самая ли это... А, нет, это не та же самая постройка. Нет, это ошибка. Смотрите, вот здесь вот такая черная часть одна, а здесь вот она, вот эта вот волна идет. Короче, либо он хорошо дополнил, либо... Нет, это не то, значит. Это не то я нашел. Вот, у меня сейчас был еще один вопросик, но это тоже такая доебка для уебка. Сейчас, где этот у меня? Хотя, что уже, блядь... Вот, вот у меня к этому вопрос, потому что он мог просто эту надпись вырезать. Типа, шарите, взять, вырезать надпись. Нет, это не она же. Нет, похоже, но не она. Сейчас. Не-не-не-не-не. Не-не-не, это значит не столько. Ай, ну нормально, нормально. Ну, он мог взять и повставлять, если он себя... Ну, тем более, давайте так, он себя не позиционировал как строитель. Он не говорил, что типа, ебать. Мне говорили то, что он с кем-то построил эту карту. В принципе, тут работа проделана. Но тут суть в наебе. Тут именно суть в наебе. То, что он пытался скрывать, вот выкручиваться. Вот как донатер сказал. Игрок СП, герой повести. Трудно быть богом, не зная неровности. Не осуждая чужие оплошности. Каждый из нас имеет наклонности. Фаталы забивы, ублюдки. Штрафы малы, ты уплатишь за сутки. Но Кена не спит ни минутки. Ты будешь забанен за свои проступки. Белые ночи, дворы, покаяния. Ты достоин всего, кроме внимания. В жизни так много пустого страдания. Как после бана за мозга ебания. Вот наступила кровавая ночь. По головам банные сыпятся прочь. Пасти мой хоми не смогу помочь. Собирай ресы и в мочку волочь.